Всех приветствую на своем канале «Мое хобби, моя жизнь». И вот мы с вами в лесу. Будем сегодня собирать грибы. Рассчитываем на белые, конечно же, подосиновые. Ну, а так еще что попадет, то и будем собирать. Вот первый гриб нас не заставил уже ждать. Вот смотрите. Прямо вдоль дороги. Вот такой красавчик. Рядом маленький, он не смог вырасти. Но тут лежала вот такая палка. Я ее убрал. Вот. Ну, у него попробуем сейчас обрезать. Присыпем. Не знаю, интересно, вырастет, нет. Проэкспериментируем. Вот такой монстр. Растет вдоль дороги. Увядающий зонтик. И рядом с ним белый грибочек. Такой красавчик нас ждал здесь. В среду, когда был тут, его не было еще. Вот за два дня, сейчас вам еще покажу. Вот смотрите, в среду не было. За два дня он вырос, получается. Четверг, пятница, суббота, ну за три. И вот здесь на возвышенности вот такой большой беленький стоит. Еле-еле держался. Еле-еле. Сейчас еще обследуем здесь территорию. Посмотрим, если что. У нас основная надежда на ельник, так как в ельнике они почище и должно их быть больше. Вот. Смотрим дальше. Такая красота нам еще попадается. Ну, честно сказать, люди уже здесь побывали. Мы поздновато приехали именно в это место, так мы в лесу рано. Люди уже тут побывали. Так что будем наслаждаться тем, что осталось. Осталось на самом деле немного. Собаку встретил, значит, здесь где-то есть грибники. Но чуть по чуть нам встречаются красавчики, вот такие. Что сказать, волна была не супер большая. Ну как, почему была, она есть, но говорю, что подсобрали часть, поэтому нам останется немного грибов. Будем искать, ходить дальше. Покрутился я в этом месте. И еще один. Тут, походу, плохо проходили. Какие-то птицы. О, еще собаки. Чуть не гавкают на меня. Домашние с ошейником. Значит, тут местные. Рядом деревья валят. Смотрите, куда забрался. Прямо под самое дерево. Ну, вроде старенький, но посмотрим. Посмотрим. Попозже подрежем. Смотрите, вдали, в центре экрана, что-то стоит. Но это не что-то, это боровик. Какой красавчик. Под лучами солнца. Вот он. Достоин фотографии.
Вот. Люди кричат. Конкуренция велика. И вот с обратной стороны еще один. Рядом, смотрите, срезал кто-то, а этого не заметил. Так вот, надо в оба смотреть. И какая ножка. Вот. Вот почему надо гриб не срезать. Надо доставать, выкручивать из земли. Так бы и эта ножка сохранилась. Но большинство срезают. Так что выкручивайте. Лучше выкручивать, не срезать. И что у нас здесь под деревом? Ну, это маховик. Это маховичок. Но он нам не интересен. Заметил бугорок я, когда вот этот доставал, подошел к нему. Смотрите, тоже глубоко сидит. Супер красавчик. Вообще замечательный гриб. Нам остается только очень тщательно ходить, тогда мы что-то найдем. Если бегать по лесу, то, скорее всего, ничего не выйдет хорошего из этого. В итоге я такие грибы буду называть пропущенные. То есть, когда в лесу много народа, и ты ходишь, непонятно, либо они за тобой, либо ты за ними. Так что грибы пропущенные. Вот уже, это не наши люди. И там, и там, и там. Это я все еще рядом кружусь. Вот такого сейчас выкрутил. И вот смотрите, что стоит. Раз штучка. И вот еще одна. Видите, все пропущенное. Какая-то что там у нас. Ну, недоразвитый. Его раздавили когда-то. Это все вот кругом 4 штуки в одном месте. Сейчас покажу вам. Вот они. Такие маленькие бочат. Исследуем дальше территорию. Немножко походил и еще вот пару штучек нашел. Не все потеряно, конечно, но можно было и найти больше. Просто в это место надо было первым приехать. Но не получилось у нас. Мы сначала другие места исследовали. Вот такой вот у нас. Сейчас попробуем сфотографировать. Так. Бочонок, ох, как сидит хорошо. Еще корнями затянут. Мухомора много, серо-розовых. Красные уже пошли. Гриб-зонтик тоже идет. Такой вот прекрасный лес, красивый. Сегодня светло, конечно. Тишина. Вот малыши наши, малыши-карандаши. Прелесть. Маленькая прелесть.
И вот здесь еще такая маленькая колония последних из магикан, можно так сказать. Вот они, два красавчика с веточкой зеленой. Красиво смотрится. Приходится на коленях ползать. Вот они. 5 штучек. Красивых. Ну, с Божьей помощью по чуть-чуть собираем. Смотрите, там вот стоит. Какой красавчик. О, шик и блеск. Вот он. Берем. Ну так, пока немного в корзинке. Но мы уже выложили одну партию. Вот, смотрите. Такие хорошенькие. Переехали мы в другое место, и напал я на красно-коричневый грусть. Вот так вот он выглядит поближе. Смотрите, как его определить? Какой-то грусть, ну, очень легко. По окрасу и по... Смотрите, сейчас ломаешь ему шляпку, и сок как течет. Вот. Вот, смотрите. Потек сок с него. Вот так вот определяется. Сок вяжущий, сладковато-вяжущий вкус имеет. Их можно ровно так же с ними делать, как с обычными груздями. Засолить, замариновать. Ну, кто-то берет его, кто-то нет. Я возьму. Смотрите его сколько. Место... Мы сейчас находимся в месте противоположном по биотопу вообще ельнику. То есть кусты, тут осины, вот осина, кусты, ну какие-то дубы тут попадаются. Есть. И, короче, наверное, волна мигрирует по кустам. Смотрите, какие боровые. Его нереально выкорчевать. Это просто вообще... 0,5 килограмма. Это я, конечно, утрирую, но поменьше. Да? И вот еще вот такой. Вот таких два супер боровичка. Надо еще тут хорошо полазить, пробежаться, посмотреть. Да, будет. А вот смотрите. Просто поводил взглядом, посмотрел. Вот так. Буду еще исследовать. Если хорошо присмотреться, то можно по кустам заметить потрясающие грибы. Какие боровички. Ветки шикардосные. И вот еще там есть. Вот он. И там вот еще подальше в кустах.
пробраться по эти кустики. Пойди, чуть погрызанный сверху, но снизу червивый, но я думаю, шляпка сойдет. А еще вот там какой большой. Все это по кустам пошли. Ну, это, конечно, уже большеват. Рассада. Будем продолжать поиски дальше. Сейчас нахожусь на высоковольтке. Там вот вырубка проходит, провода, елочки. Вот по краю высоковольтки вот такое чудо. Правда, немного, но все равно попадаются. Приятно. Такие красавчики. Вон, еще какие-то. Ну, видно, уже постарше. Посмотрим, может, что возьмем. Ой, отломался. Дырявый. Немножко. Еще один. Такой корявенький, неказистый. Вот.